Фестиваль «Молодежь Узбекистана. Объединяйтесь» охватил всю страну. Нацеленный на раскрытие потенциала юношей и девушек, он воплотил весь калейдоскоп интересов от интеллектуальных до спортивных и творческих. О развернувшемся в столице форуме молодежи и студентов Тамила Икрамова. Форум молодежи и студентов Узбекистана объединил 1000 представителей молодого поколения от 16 до 30 лет. На площадке Ташкентского ботанического сада стартовала серия встреч, конкурсов, презентаций под лозунгом «Строители третьего ренессанса». В целом, в рамках данного мероприятия участники смогли продемонстрировать свои таланты и навыки, принять участие в интеллектуальных и творческих секциях, найти единомышленников для создания интересных проектов и услышать историю успеха от лидеров самых разных направлений. Это не первое подобное мероприятие, организуемое в год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения. Однако оно не похоже ни на одно предыдущее событие. Впечатления, честно говоря, нереальные. Столько людей, столько народу, столько возможности самовыразиться. Это просто замечательно, я считаю, для нашей молодежи такие мероприятия – это здорово. Я считаю, что в наши дни для молодежи делается действительно очень многое. Соответственно, благодаря возможностям появляется и намного больше целей. От молодежи зависит очень многое, ведь, как говорят, молодежь – это будущее государства. Территория ботанического сада разделена по тематическим площадкам, где представляют сразу несколько мероприятий по направлениям IT-технологий, инноваций, науки, культуры, а также в рамках акции «Зеленая инициатива» здесь есть секция у поклонников чтения. Мы в своем проекте собрали 100 самых лучших молодых исследователей со всей республики. В том числе я выступаю со своим проектом. Проект называется «Интеллектуальный мобильный робот для распознавания и коррекции детской речи». То есть у детей школьного и дошкольного возраста имеются некоторые проблемы с речью. С помощью моего проекта можно этим бороться. На протяжении 2 дней здесь также пройдут олимпиады по точным наукам, игра «Что, где, когда», шахматный турнир, интеллектуальные конкурсы «Мнемоника», «Ментальная арифметика». Форум очень замечательный, особенно здесь участвуют очень много молодых ученых. Я сам занимаюсь сферой геологии и сейчас свою концепцию здесь демонстрировал. Со стороны главы государства уделяется сейчас большое внимание нашей сфере. И сейчас молодые ученые разрабатывают новые научные проекты. Наш проект занял первый проект в Узбекистане, 2 место в Сколково. И при этом мы основываемся на том, что это обучение робототехники и электроники для детей. Это первые шаги в мир технологии для ребенка. Также мы поднимаем специализацию учителей, чтобы они могли сами представлять для детей наши проекты. В рамках форума пройдет концерт молодежного симфонического оркестра, а под занавес мероприятия состоится большой гала-концерт с участием артистов эстрады.